Если вы не хотите пропускать самолет министра обороны Российской Федерации на территории Польши, значит, Моторола идет к вам. 300! Залпом! 300! 30! 30! 3! Привет всем из Польши. Меня зовут Томаш Мачильчук. Я поляк. Я волонтер, который помогает украинским добровольцам в их борьбе против российской оккупации Восточной Украины. Я только что вернулся из Донбасса и узнал, что какой-то работник автомойки из Ростова-на-Дону угрожает моей стране. Моторола, мы, поляки, не боимся такого быдла, как ты и твоя команда. Мы, поляки, уже победили такое быдло в Варшавской битве. Мы ждем вас. Приезжайте. Накормим вас польской землей. Накормим вас пулями. Польша, Украина, Беларусь и Литва – это Европа. А Европа – это не место для таких людей, как ты и твоя команда. Запомни, сука, Донбасс – это Украина, а Моторола – это ватное говно. У меня есть трофей из Донбасса. Российская ленточка какого-то пидораса, который приехал воевать против украинцев в их стране. Сейчас, ну что сделать? Слава Украине! Слава Польше! Смерть оккупантам Донбасса! Моторола, посмотри, это твоя Россия, новая Россия. Пидарас. Заебал ты с Новороссией. Работник автомойки. Вот. Пиздец Новороссии. Новороссия сдохла. Пока.